Всем привет! Расскажу, как издать первый звук из варгана. Надо следовать инструкции. В первую очередь, как правильно держать инструмент. Если у вас подобный инструмент с дизайном, то можно взять его за, соответственно, дизайнерскую часть, в данном случае за лист, за лепесток, как-нибудь удобно, так, чтобы прижимать к себе зубам плотно на себя. Если у вас варган меньшего размера, то тогда нужно большой палец положить на начало корпуса, два остальных сзади, так чтобы язычок не глушился. Далее здесь мы видим скосы передние, они для зубов. Нужно к открытым зубам прижать вот эти передние скосы, так чтобы зубы оказались, передние резцы оказались посередине, на середине этих скосов. После того, как вы прижали к зубам, нужно опустить губы на варган в растянутом виде в букве И. Зубы при этом мы не зажимаем, а оставляем в таком же положении, открытом, на скосах. И теперь уже можно бить по язычку аккуратненько, потихонечку, подушечкой указательного пальца, либо среднего, от себя, либо на себя, ровно и потихонечку. Существует также бой в якутском стиле. Это сверху. Тут уже участвует фаланга. Вначале надо потихонечку, не торопиться. Потом уже, как только уже пошел звук правильно, также есть рекомендации. При дыхании ртом не нужно делать губы в трубочку. Вот так не нужно делать. А дышим на букву И. Потом дышим с другими гласными. Я-йо. Но при этом губы желательно растягивать букву И. И обязательно еще условие. Вот этот уровень. Язычок на уровне правой ноздри, если в левой руке. Без голоса. Вот таким образом, продышав все гласные, уже будет диапазон мелодического характера дыхания ртом. Вообще есть три платформы для звука: дыхание носом, дыхание ртом и задержка дыхания с напряжением горла. И на каждой платформе, соответственно, гласные и согласные меняют звук. Вот это вкратце о первом звуке. We'll be right back.